Первый урожай будет уже осенью. На Туровском тепличном комплексе завершается монтаж рассадного отделения. Планируемый объем производства на первом этапе – более 4000 тонн овощей в год. Общий объем инвестиций – почти 2 миллиарда рублей. Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин оценил масштабы строительства. На первом этапе планируется ввести 5 гектаров производственных площадей. 1 гектар под рассадное отделение. Вот оно, почти завершено, его строительство. Возведены металлические конструкции со стеклянной крышей. Будем в первую очередь вводить. Сейчас быстренько смонтируем все оборудование. Здесь, они все уже заведено. Для этого. Все. Нам осталось здесь вот полы сделать. Руководство тепличного комплекса делится планами с министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Выращивать помидоры нескольких сортов и зеленый салат будут с помощью самых современных автоматизированных технологий. С использованием малообъемной гидропоники с применением систем капельного орошения. Будет установлена натриевая досветка, чтобы освещение в теплице было 24 часа в сутки. Смонтирована сервисная зона, проложены коммуникации, доставлено энергетическое оборудование, установлены котлы, баки-аккумуляторы, резерв дизельного топлива. Смонтированы наружные сети, трансформаторные подстанции, наружные электрические сети 10 кВт смонтированы. Сейчас приступают к монтажу системы ирригации, система выращивания лотков. Смонтирована система отопления, полностью смонтирована в тепличном комбинате. На начальном этапе в год в этих теплицах планируется выращивать более 4000 тонн овощей. Реализовывать их будут как через федеральные торговые сети по всему Подмосковью, так и через свои фирменные магазины. Администрация Серпухова обещала помочь компании с выделением земельных участков под строительство павильонов. Уже в октябре Туровский тепличный комплекс обещает порадовать своим свежим, экологически чистым продуктом. Но не только вопрос реализации нужно будет решать в самое ближайшее время. Теплицам нужны руки специалистов. Сколько людей здесь будет у вас на первую очередь? Работаете? Да. 90 человек в штате должно быть. Ну а сейчас, если в июле уже рассадное отделение, то народ набирать надо будет. Вот сейчас ищем уже. Пока что у нас там есть претендентов 10 человек. Главные специалисты все уже есть. Ну, вот да. Эти давно подбирали очень. Туровский тепличный комплекс – проект долгосрочный, масштабный. Общий объем инвестиций по первой очереди составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. На текущий момент уже инвестировано примерно 1,5 миллиарда. Часть средств собственные, часть в рамках господдержки. В первую очередь, конечно, это льготные кредиты. Вы знаете, что эта программа работает. Ставка не более чем 5% в рублях. И этот комплекс также получает соответствующую возможность, он кредитуется. Здесь для этого комплекса даны гарантии и нашего фонда, и федерального фонда, соответственно, для того, чтобы обеспечивать залоговую массу. Поэтому уже на этапе строительства достаточно серьезная поддержка. Ну и дальше у нас есть программа, она и действует. Мы компенсируем часть затрат, понесенных на строительство комплекса, для погашения основного тела по привлеченным кредитам. Подобные теплицы строятся еще в Кашире, Луховицах, Электростали и Воскресенске. Так, Подмосковье выбилось в лидеры овощеводства в защищенном грунте – третье место в России. К 2025 году в регионе рассчитывают построить порядка 180 гектаров теплиц и стать лидером по производству тепличных овощей в стране. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья динамику роста называют впечатляющей и заверяют, наши предприятия полностью удовлетворяют внутренний спрос и роста цен на свои помидоры и огурцы не предвидится.